Встала баба на весы, сняв с себя одежду, украшения и трусы, затаив надежду. Только это не спасло бабу от расстройства, ей трехзначное число выдало устройство. Ох, весы, 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 да что же вы творите? Что ж вы, электронные, мне душу бередите? Ох, весы, 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 да вы побойтесь Бога. Ой, да сотня килограммов, это слишком много. Села баба у весов и сидит, рыдает, красным краешком трусов слезы утирает. Ох, сама в своей беде, я дура виновата, от пристрастия к еде стала свиновата. Ох, еда, 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 вроде не нужна ты мне, а вроде бы и да. Ох, я дура, 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 глубоко во мне моя стройная фигура. Ох, весы, 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 горите вы в аду, больше мне жить незачем, утоплюсь, пойду. Встала баба на мосту, да глядится в воды, хочет сбросить в них жиры, белки и углеводы. Вдруг подумал бабий мозг, погоди, не надо. Только тут сломался мост и утонула баба. Ох, беда, 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 да горе, огорчение. В этот день в Воронеже случилось наводнение. Баба вскрикнула во сне и глаза открыла, и в рассветной тишине на весы ступила. Смотрит баба на табло и радости не верит, там двузначное число 99. Ох, весы, 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 да счастье-то какое! Ох, не распрощалась я с моей красотою. Ох, весы, 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 спасибо, что вы есть. После сна кошмарного надо бы поесть.